Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим сегодня задание под номером 943. Нас просят узнать, верно ли утверждение. И по цифре 1, если модуль числа А больше, чем модуль числа Б, то утверждают, что число А обязательно больше Б. Давайте мы с вами возьмем такие числа А и Б. Что А будет отрицательное, а Б, чтобы удовлетворять нашему условию, будет меньше, чем число, противоположное числу А. Что же тогда произойдет? Давайте мы возьмем такие числа. Число А возьмем отрицательное, минус 10. А число Б должно быть меньше, чем число, противоположное числу А, то есть меньше, чем 10. Ну, любое число возьмем, давайте 3. И тогда проверим. Условию они удовлетворяют. Модуль числа минус 10. Будет больше, чем модуль числа b, чем модуль числа 3. Потому что 10 больше, чем 3. Но проверим утверждение. Само число у нас а отрицательное. Число b положительное. Любое отрицательное число меньше положительного. Получается, что нет, наше утверждение не верно, потому что утверждение было, что А должно быть больше Б. Поэтому записываем тогда утверждение неверно. Хорошо. Кстати, если бы мы вместо Б выбрали отрицательное число, например, Б было бы минус 3. Условие бы выполнялось, а вот утверждение все равно минус 10 было бы меньше число, чем число минус 3 по цифре 2. Возьмем такое же самое условие. Если а меньше 0 и b меньше, чем число, противоположное числу а. Например, число А возьмем минус 15, любое отрицательное число. Число Б, ну, возьмем в этом случае число тоже отрицательное, минус 2. Смотрим, у нас минус 2 будет меньше, чем число, противоположное числу А, чем 15. Все. Правильно. Такие числа, они удовлетворяют нашему условию. Потому что модуль минус 15 будет больше, чем модуль числа минус 2. Потому что 15 больше, чем 2. Но выполняется ли утверждение? Что мы скажем про наше число А? Минус 15 меньше, чем число Б, чем минус 2. А у нас утверждение было, что число А больше, чем Б. Ну вот мы с вами нашли такие числа, что это утверждение неверно. Итак, если А меньше 0, а Б меньше, чем число, противоположное числу А, тогда утверждение неверно. Цифра 3. Если модуль числа А меньше числа модуля числа Б, то утверждаю, что число А должно быть меньше, чем Б.
В этот раз мы возьмем число b меньше 0. Если мы возьмем число b меньше 0, чтобы выполнялось условие, число а должно быть больше или меньше, да? Меньше, чем число, противоположное числу b. Тогда выполнится условие. Возьмем пример. Число b возьмем отрицательное. Минус 7, например. А число а должно быть меньше, чем число, противоположное числу 7. Ну, возьмем 0. Условие у нас выполнится. Нам нужно условие, что модуль числа а был меньше, чем модуль числа b. Да, это верно, потому что 0 меньше 7. Проверим утверждение. И сделаем вывод, что число а у нас не меньше, чем число минус 7, а больше. Потому что все отрицательные числа, они меньше нуля. Поэтому получается, что для таких чисел, где b отрицательное, а a меньше, чем число, противоположное числу b, утверждение неверно. И последнее, четвертое утверждение. Если а меньше числа b, то модуль числа а меньше, чем b. Рассмотрим случай, когда у нас и число а, и число b отрицательные. Если а меньше нуля и b меньше нуля. Но при этом а меньше b. В этом случае утверждение будет сразу же неверно. Почему? Потому что такое число а отрицательное, которое меньше числа b, подобрать очень легко. Но в таком случае утверждение, что модуль числа а будет меньше b, будет неверно, потому что модуль число не отрицательное. Модуль числа никак не может быть меньше, чем отрицательное число. Поэтому для таких чисел, если и а, и b отрицательные, утверждение неверно. Если вам нужен пример, то давайте запишем его. Нам нужно подобрать такие отрицательные числа, чтобы число а, ну, например, минус 9, было меньше, чем число минус b. b тоже должно быть отрицательное. Из отрицательных чисел меньше то, у которого модуль больше. Ну, возьмем число b минус 2. Они удовлетворяют условия. Мы так и подобирали. Минус 9 меньше, чем минус 2. Но модуль числа минус 9, он даже больше нуля. Не то, что он больше отрицательного числа. Все, мы справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.